Рукоглеголовой змеи достаточно яда, чтобы убить нас с вами. Паук-гигант справляется со своей добычей одной только силой. Затем с помощью сантиметровых глицер впрыскивает парализующий яд и мощные расщепляющие фрагменты, которые разжижают внутренности змеи. Потом он высасывает соки. Жизнь тарантула — это бесконечный жидкий завтрак. Но объясните мне, как можно пробиться на вершину пищевой цепочки, когда не можешь слышать, чувствовать запахи, и твои 8 подслеповатых глаз не слишком эффективны? Ответ — мохнатые лапки. Все те волоски, что покрывают лапки и брюшко тарантула, позволяют чувствовать воздушные потоки. То есть они могут учуять добычу, даже не видя ее. В горах Венесуэлы водятся насекомые-хищники еще более свирепые, чем тарантул-гигант. Это слепые, лишенные руководства армии, которые господствуют в джунглях. Эти насекомые убивают и пожирают все на своем пути. Готово. Нет, упустил. Поймал. Вот кого я искал. Мы называем их бродячими муравьями. Маленькие, незаметные, но они кусаются. Точнее, жарят. А еще точнее, и то, и другое. Поодиночке они могут быть маленькие и незначительные, но они являются частью большого сообщества. Речь идет о сотнях тысяч особей. Это лишь крошечная слабая колонна, но если пойти дальше, то без сомнений я найду дорожку побольше, чем это. Разве не чудо? О, боже, они нашли меня. Кусаются прямо через грудки. Больно. Все они жарят, но самое интересное, что все они слепы. Однако каким-то образом они находят меня. Ну ладно, пока. Колонии бродячих муравьев настолько хорошо организованы, что иногда их называют муравьями-легионерами. Я иду к самому сердцу колонии. Они вон там. У меня такое чувство, что я около их места, потому что колонна стала очень широкой, как шоссе. Чуть дальше они разделяются. Пищу относят вон туда, значит, я близко к гнезду биваку. Просто потрясающе. Ну, пошли. Да-да-да-да-да. Вот они где. Ух ты. Смотрите. Это бивак. Это не строение как таковое и не гнездо. По сути, это огромный орган муравьев, которые сцепились лапами, сформировав гнездо, в которое другие заходят как по лестнице. Вот они поднимаются, подходят к холодильнику, находят маму, детишек. Вот они. И это гнездо, я бы сказал, среднего размера. Здесь, наверное, 700 тысяч особей, ну или около того. Сейчас у них кочевая фаза. И я хочу сказать, что эти муравьи на самом деле передвигаются. Рабочие муравьи каждый день переносят лагерь или бивак. Пока они переносят матку, личинок и куколок к новому месту кормления, их охраняют крупные, хорошо вооруженные солдаты. Во время кочевой фазы колония напоминает прожорливую тварь. Их аппетит не насытен. Если добыча этого буйствующего супернасекомого становится ящерицы, птицы и даже змеи. Знаете, что мне кажется забавным? Встать перед колонией перед этой охой. Вот где происходит основное действие. Это их поле боя. Колония каждый день меняет направление движения. У них нет разведчиков, и будучи слепыми, они идут по ароматному следу феромона, оставленному рабочими. Я нахожусь перед колонной. Вот где основная их масса. Посмотрите, они повсюду. И вон там еще больше колонны. Также их много.
Самое забавное, что они не прокладывают рот от таковых. Они просто заполняют все пространство. На переднем краю муравьи рвутся вперед. Они оставляют феромон для других и отступают. Любая добыча обильно помещается феромоном, и на нее отбрасывают те, что идут следом. Если добыча слишком крупная, ее разрезают, и сотни муравьев переносят ее по частям к белоку. Если представить голову колонны как пасть беспощадного хищника, я с легкостью мог бы стать его следующей жертвой. Не делайте этого, хватит. Я здесь не кстати. Не нужно здесь находиться. О, нет. Здесь явно не стоит быть. Колония горячих муравьев, как один огромный хищник. И я только что спасся из его челюсти. Вечер супергероев. Протанцуем после паузы на Animal Planet. Большие пространства, большие игры, большие кошки. Целый месяц новых программ обозрения. Месяц смотрения. Премьера. Весь август на Animal Planet. Не улыбайте, как тоже ужасно. Это не я не серьезно. Лучшие ролики интернета с самыми забавными премьерами. Вспомним, что вы каждый день. Здесь истинное вдохновение дарит безграничную свободу. Автомобили Hyundai делают каждую поездку яркой. Живи ярко. Hyundai. Новинка. Ferry Platinum для посудомоечных машин. Капсулы Ferry Platinum обладают такой силой, что не только блестяще отмывают посуду, но и удаляют жир в труднодоступных местах вашей посудомоечной машины. Новый Ferry Platinum. Лучшая формула Ferry против сложного жира. Это вечер супергероев на Animal Planet. Рут и его жуки. Проходил Порточуэлла-Пас, но здесь, наверху, все окутано облаками, и никогда не знаешь, с кем столкнешься в тумане. Эти руины, которым больше 80 лет, когда-то должны были стать роскошным отелем Ранчо Гранде. И полагаю, что он будет давать приют гостям, желающим расслабиться и насладиться туманными лесами. Но отель так и не был достроен. Это была мечта, которая умерла вместе с задумавшим его президентом Венесуэлы. И теперь он стоит посреди первого в Венесуэле национального парка, созданного этим человеком. Анри Петье. В наши дни туманный лес забирает себя обратно от Ранчо Гранде, но не весь. Частично недостроенный отель используют ученые, которые приезжают сюда в определенное время года, чтобы изучать этот уникальный влажный горный лес. Как и я, они пытаются понять, как уживается между собой такое многообразие растений и животных. Ученые расскажут вам, что во многом все зависит от этого. Это самое важное дерево в лесу. И даже в этой стране. И даже на континенте. Да что там говорить? На планете. Причина этого проста. На лужах и рядом с этим деревом водится больше животных, чем на каком-либо другом. Это фикус золотистый. Он душит остальные деревья. Именно так. Его жизнь начинается с семечка на другом взрослом дереве. По мере роста он обвивает ветвями дерево хозяина до тех пор, пока не захватит несчастное старое дерево смертельное объятие. В конце концов, дерево хозяин погибает, а фикус живет.
С одной стороны, вроде бы разрушитель, а с другой здесь все выживает благодаря фикусу золотистому. На самом деле, одно дерево может поддерживать около 80 гектаров джунглей. Оно полно жизни. Посмотрите, паразитические грибки и эпифиты карабкаются до самой вершины, как и все растения. Повсюду пауки, их червоточенные логово, паутины и ловушки для добычи. А в этой небольшой группе живут безжальные пчелы. Огромная колония. Они меня не ужалят, но, безусловно, постараются вытеснить от вилетеля. Но вообще не кусаются. Если заслезаю, это уже перебор. Фикус золотистый становится домом для всех видов жизни, включая эти растения, которые устраиваются на его ветвях, как птицы. В каждом из этих растений представители семейства бромелиевых живут насекомые, поскольку здесь есть то, что крайне им необходимо. Растения собирают бобы внутри них.